Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Вы на канале Сад Огород Про. И в этом видео я поделюсь секретом, как заставить помидоры буквально засыпать вас плодами. В этом поможет очень простая, но натуральная подкормка. Это просто супер подкормка для помидор. И она очень важна, потому как в ней содержится все необходимое для помидор. Подкормка очень эффективная, но мало о ней кто знает. И для ее изготовления берется 10 литров теплой воды. На 10 литров добавляется сушеная крапива 100 грамм и добавляется 100 грамм золы. Все это настаивается на теплом солнце до самого вечера, и вечером под каждый куст томатов мы вносим такое удобрение. После этой подкормки завязывается огромное количество плодов, ведь удобрение это очень эффективное и очень хорошо помогает нашим помидорам. Был рад с вами поделиться, спасибо за ваши лайки, комментарии, что подписывайтесь на наш канал Сад Огород Про. Всем всего доброго, до скорых встреч!